Всем привет, ребят. Это канал «Энергия человека» и ведущий Крутой Сергей. Я извиняюсь, возможно, у него будет немножко другой голос, немножко вот так горло заболело, но это не важно. Сегодня я решил сделать видео, во-первых, потому что человек, который меня просил уже давно, помочь, а я помогаю всегда молитвенно, и кстати, кто впервые на моем канале, естественно, знаете, что начало моего канала было с молитвенных ритуалов, и это одно из тех видео, которое будет молитвенный ритуал. А я всегда работаю с молитвами, со свечами, со святой водой. Кстати, сейчас извиняюсь, возможно, придется взять святую воду и стаканчик для окончания самой молитвы. Сейчас я ее возьму. Возможно, я не буду ничего вырезать. Так, вот святая вода. У нас есть. Поставим ее сюда. Возьму. Наливать только стакан. Я сразу налью, в принципе, воду. Чтобы больше не возвращаться. К этому делу. Извиняюсь, что не... Так, не подготовился немножко, но вроде все подготовил, кроме святой воды. Так что если вы меня на фоне слышите мой голос, не знаю, что я с вами пообщаюсь все равно. Ребят, вот, в принципе, что я подготовил для ритуала, который сегодня будет называться молитвенный возврат негатива, который накладывается на этого человека, который сейчас здесь в данный момент на фотографии. Я, естественно, не буду показывать вам лицо этого человека. Человек, который я помогаю, действительно уже помогло моим молитвам, уже была отдача. И то, что произошло, то произошло, естественно, ну, лучше стало. Сегодня с нами также, точнее со мной, они всегда с нами находятся, но в данный момент я решил приготовить иконы, которые будут мне немного помогать в моем ритуале, даже не немного, а много. Это, конечно, Николай Угодник, который защищает обычную защиту семьи. В общем-то, берут и молятся, ну, чтобы защитил он человека определенного, либо всю семью, либо, ну, много чего может сделать. Естественно, с нами сейчас наш Спаситель Иисус Христос, который он и всегда защищал, и помогал, и тогда целительством, ну, многим чем. Он сам. И мать, конечно... Да, Божия Мать Мария с нами тоже будет сегодня. Так, еще нам понадобится... Нет, вот я подготовил ароматизированные свечи, две штуки, и восковые две. Для чего это нужно, в дальнейшем узнаете. И, естественно, конечно, святая вода, куда будет падать пепел, и небольшая молитва с подсказочкой моя. И, естественно, я буду молиться еще своей молитвой, которая дает возможность, чтобы нас услышали. А сегодня будем женщины говорить, чтобы ее услышали.
я буду за нее говорить святым. Ну, в общем-то, что начнем? Я одну молитву, в принципе, ничего не буду скрывать, буду говорить, как есть. И в некоторых моментах небольшая такая музычка будет, конечно, для того, чтобы вы понимали, что я искренне молюсь за тех, кому помогаю, и им приходит помощь. Ну ладно, не будем дальше затягивать весь разговор. Начинаем молиться. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш несущий дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я молюсь, произнес эту молитву ради человека, который изображен на этой фотографии. Ее зовут Елена. Она знает об этом. Но никто не будет знать, кто здесь изображен. Надеюсь, не особо так видно будет, конечно. Да. Вот. А дальше я буду делать небольшой ритуал для того, чтобы избавить. И то, что я буду говорить, я обычно говорю про себя. Эту молитву я произнес искренне. И дальше будет проводиться сам ритуал. Естественно, нам нужно поджечь наши свечи.
вы сами видели, что это очень серьезно. Человек, тебе все поможет.
Ребят, вот и закончился тот ритуал, который я сделал сегодня. Все прошло отлично. И как бы все получилось. Так что, ребят, ну не делайте таких экспериментов, как я, потому что можно что-то сделать, пожар какой-нибудь. Еще что-нибудь такое подобное. Так что вот так. Ну, а с вами был Крутой Сергей, естественно, канал Энергия Человека. Кто впервые на моем канале, посмотрите предыдущие видео, либо целые плейлисты. Возможно, вам что-то понравится. Возможно, понравится это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. В дальнейшем будем делать что-то подобное и интересное. Всем спасибо. Всем пока.